Доброе утро, мои дорогие подписчики и те, кто гулял по интернету и случайно зашел в гости к нам в дневник приемной мамы семьи Насоновых, Светланы и Ивана. Мы с Иваном в браке уже 19 лет. И вот сегодня такое утро у нас, хорошее. Баночки стоят для молочницы. Так вот мы ей тут оставляем баночки. Она заходит, ставит нам молочко, забирает баночки и уезжает. Свою коровку мы в этом году не держим. В том доме жили, держали. Много скотины держали. Сейчас пока решиться не могу. Ой, какое прекрасное утро. Бассейн деток ждет. Мотоцикл скучает. Смотрите, какая красивая айва. Она вчера после дождика осыпалась немножко. А так, смотрите, как невеста. Мы когда жили и в Комсомольске, и в Улан-Удэ, я такой плод не видела. Поэтому, как он цветет, я тем более не видела. Смотрите, какой красивый, как ткань. Оставайтесь сегодня с нами в нашем дневнике приемной мамы Насоновой Светланы и Ивана. Хорошего дня вам! Хочу, чтобы у вас сегодня было хорошее настроение, хорошие силы, даже у тех людей, кто сегодня очень сильно болен. Болен, но чтобы насколько возможно в их ситуации люди испытали радость от сегодняшнего прекрасного дня. Получишь? На пузе. Папа, подожди. Максим, отойди, пожалуйста. Ай, не могу. Папа, папа, папа. О, папа, суши. Девчонки и папа. Костя, отойди чуть-чуть. У нас папа на все. Все снимай. Писать, папа объявил набор в школу. Мама, ты меня снимаешь? Конечно. Ну, я всех вижу. Мама, а снимаешь меня? Ну, ты иди, я, конечно, снимаю. Давай. Не оставайтесь так, чтобы друг друга Аню, не давай. Угу. Вот. Давай, тяжко. Не, не волнуйся, потихонечку, не торопись. Это... Давай, все. У меня получается. Давай. Вот. Ой, Анюта, Анюта, не улети. Ой-ой-ой, как сильно, 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 сильно. Мало... Ну, сильно делаешь, молодец. О, Снежана, почти. Угу. Да, да. Снежан, сотрясение не получи. И головой. А я. Ага. Ну, я снимаю, давай. Ой. Снежан, сотрясение не получи. Ага. Не, Максима, а так надо. Давай свой. Нет, нет, да. А у меня он Цирк.
Раньше же вот так крутишь рукой и раз и переходишь. А я так умею. Папа, я так умею. Сегодня прохладное. Утро все-таки, что в угла вон чернота, видите, какая идет. Дети, кто что делает? Молочница молочко привезла, мы ей позвонили. Дедушка без молочка не может. Ой, нет, все несут. Туда, в дом. Ой, сейчас она пойдет. Она пойдет сейчас. Ваньке неси. Ой, у Ваньки заберите молоко. Ой. Я ее донес. Да. Ой, ой, ой. Вика, спасибо. Мама, там виноградная лоза на куст упала. На какой куст? Ну, она виноградная лоза, она обвязала куст. Какой куст? Да, там рядом куст стоит, она его обвязала. Ой, всем, ну хорошо, папа посмотрит. Максим, тоже сюда идите, от винограда отходите. Я сейчас кости не отдам. Тоже будешь? Да. Надо в фикс-прайсе купить вот эту жидкость. Даже дедушка. Ой-ой-ой-ой. А Максим дует, смотрите, Максим дует туда. Ну-ка, доча, дуй на эту штучку. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. А туда вон на столе Рома уже положил, бабушка. Тебе тоже отдельно отдала, да? Папа, сегодня придется ехать покупать вот эту жидкость. Она в фикс-прайсе в бутылке в большой продается. А вот не получается с мыла так. Не получается, да. Они вот мы им же каждый год покупаем, да раза по три. Вот эти именно первый раз купили. Мы не понимали их. Да папа в детство впал. Ты что, сынок, как он теперь тебе отдаст? Даже дедушка. Даже дедушка. Ой, как красиво. Бежи и дуй, да? И дуй. Давай, открывай и дуй. Дуй прям. Открывай и дуй. Смотри. А, нет, дочь. И беги прям. Вот так открой и беги. А, на небе, да, вон они. Давай, открывай и беги. Да, я видела. Открывай. Ой, доча, доча, смотри, сколько у тебя было. Вон они. Смотрите, папа сейчас. Давай, доча, давай. Открывай, доченька, открывай. Смотри. Одни пузыри. Красиво, да? У меня там суп гороховый. Ну и ладно, пусть жарится. Полетел, полетел, моя хорошая. Карамелька ты моя золотая. Давай. Такой большой. Это мой пузырь. Ну, пузырики какие-то. Анюта, а где твоя дочка? А, у дедушки. Костя, какие красивые пузырики. Костя, ты только палочку так сломаешь. Ты ей сильно трясешь, она сломается и все. Понятно, всем охота такие. Сама держать? А ты разольешь, а больше не будет. Держи, мне ж не жалко, она ж мне не нужна. Просто я переживаю, что ты разольешь, доча. Вот. Сейчас будет вообще. Давай хоть чуть-чуть лучше я. Открывай. У тебя даже сил нет нажимать, а ты хочешь еще и держать. Ой, давай, давай. Большой. Ой. 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 Вы только не ломайте эти штучки, мы эту жидкость купим. Ой, как красиво, сына. Еще раз. Да, мамы. Давай, сейчас мы
Сейчас разольют они, держи. Да, разольют. Они в тот раз мы им купили, они через 5 минут уже с пустыми пришли. Они каждый год, мы им раза по 3 покупаем точно. Ну, маленькие, другие, разные. Ванька большой, забрал у Ваньки маленького и не отдает. Сынок, маленький, Ваня, иди, папа тебе даст. А ему, ага, он не справляется, ему и не надо. Иди с папой попробуй. Нажимай, сына. Ой, ой, как, ой, как, да, 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 да. Папа, я пошла суп на, это Снежанина. Я пошла суп смотреть. С детьми как свяжешься? Нет. Вообще кто-то отключил. С детьми как свяжешься, ничего потом не успеешь. Поэтому ветер на улице сегодня холодный ветер. Жмурки и прятки, да, это одно и то же. Мы этим и занимаемся. А что ты спрашиваешь? Не, жмурки это глаза называешь. А, жмурки глаза закрываешь и догоняешь, да? Да. А, ну конечно. Конечно. Этим мы занимаемся все детство. Жмурки, прятки. Мы играли очень... Василиса. Василиса, дочка. Мы очень много в детстве играли в школу. Ой, я всех кукол усаживала, играла. Я вот не вижу, чтобы вы в школу играли. А я капитально играла прям в школу. Собачками сухарики. Мама, хорошо, да. Поехали. Я капитально играла в школу. Кто-то выключил у меня супчик, пока я там была. Ну, совсем недавно я приходила, он был... Дело наделали мне. Кто у меня такой самостоятельный, а? А ты же, мама, убавляла. Я убавляла, но я же не выключала. Таких сухариков сегодня нажарила. С детьми как свяжешься на улице, потом бегом все делаешь. Че, папа? Я до бабушки. Сходи, моя хорошая. Вань, там деньги за молочко вот на столе лежит. Поубери, пожалуйста. Про что? Не, я говорила, ты спросила, во что мы играли в детстве. Я тебе говорю, что я играла, вот во что я лично играла. Чтобы куклы дорогие у меня были, такого не было. Потому что, ну, покупали нам куклы. Ну, чтобы вот изобилие таких игрушек, как у вас, в наше время у детей, такого не было. Мы играли... Были простые, но они, в принципе, хорошие были. Они у нас из поколения в поколение доставались. Играла в школу, играла в прятки. Мы играли, знаешь, очень во что я любила играть, вот я сейчас вспоминаю. Как эта игра называлась? Вот так мячик об стенку кидаешь, там вот так об ногу кидаешь, об стенку он ударяется, ты ловишь. И вот мы прям... В очередь вставали, и у нас прям эта игра какая-то такая была. Там было через ногу похлопать, поймать. И каждый раз все сложнее и сложнее. Мы играли в прятки. А еще мы, ой, на скакалке очень много. Очень хорошо помню, много, вот долго прям мы играли. Летом классики. Вот как помнишь, мы в том году вас с папой пытались приучить играть в классики. Вы так и не никак. Вы какая-то молодежь современная, интересная. Да, в классики папа с вами прыгал. Еще такие же. Они не раскрываются там вот так вот. Они там очень большие крылья. Сына, сегодня прохладно. Одень футбол. У тебя очень грязные шорты. Мне почему-то у тебя тряпка лежит в кармане. Надо тебе, сынок, переодеться. Мне неприятно на тебя смотреть. Давай. В классике тоже были сложные. Там, ой,
Вот мы играли в... Вот я, допустим, вышла на улицу, прыгаю в классике, девочка другая какая-нибудь гулять вышла или мальчик, они уже ко мне подходят, и мы уже по очереди играем. Мы жили в... А, ну так у нас только у меня друзей не было, у вас вот целый дом вас. А. Кто съел твои конфеты? Дочь, ну ты же знаешь, что у нас Ваня берет без спроса. Я видела, он носил конфеты. Я не буду, не пойманы не вор, но я думаю, конечно, что это сделал Ваня. Ваня у нас берет все без спросу. И в садике нам делают замечания. Они когда были в одной группе со Снежанкой, Снежанка, Анюта и Ваня. Мы вообще, когда сюда переехали, вообще-то у нас дети кушают очень хорошо. А мы когда сюда переехали, Анюта с Ваней и с Костей вели себя так в садике. Снежана-то она никогда не ест. Я приходила, а мне говорили, ну пусть наедятся хоть. Мне было так стыдно. Ванька что творил? Вот Снежана с ним за одним столиком, рядышком. Он мог вот так забрать у нее котлету и съесть. Могу. Мама, а вот такие шорты можно дома носить? Да. Одевай. Одевай. А что смешно, дочь? Это вам смешно. Мне не смешно. Представь, люди думают, что Ваня не доедает, раз он у других из тарелки тырит. Сынок, выключи свет в туалете и закрой дверку, пожалуйста. Да. Ты еще рассказывала, что он всех доедал. Ваня? Да. Не доедал, вот именно воровал у всех. Даже доедал это не назовешь, доедал. Чуть-чуть дай-ка я полоскну. Ау. Тут булочку одень. Потому что на улице прохладно, даже довольно-таки холодно. Вы зашли домой. Я хотела бы, чтобы ты ходил в шортиках и в футболочке. Сегодня суп гороховый у нас будет. Любите суп гороховый? Да, любите очень. Вот это что-то. Ну, одевай какую хочешь. Вот это миллион. Одевай какую хочешь. Уж маечку выбирай сам, какую хочешь. А надо просто одеть. Дочь, она в посудомоечку. У нас время. А, время только без 20:11. Я успеваю сварить обед. А то я с детьми как связалась с утра. Тут. Машинка стирает. Что это делается? Так, чесночок надо обязательно. Дочь, достань чеснокодавилку такую. Чеснокодавилку? Ага. К одному. Яйца нам привезли. Горит у меня зажарка. Все к одному. Ничего не сгорело. Все пожарилось в норму. Чесночок не добавила. Яичко нам привезли домашнее, хорошее. Я переношу, чтобы ячейки отдать. Ну вот такой сегодня был суматошный день, что мы сегодня только не делали. Также детки поспали сон час, мы съездили в город, два раза ездили, Монику, как обычно, возили на капельницу. День прошел на этих выходных, дни проходят так эмоционально, дети как могут, выжимают из нас все соки. Но ничего, нам это все нравится, все здорово. Мы даже с детьми на ужин и еще на следующий день налепили вареников столько, что не могли съесть за один день. На следующий день тоже варили. Такой таз сделали мы вареников. Картошечка с мясом, лучок пережарили, сметанка. И еще столько же заморозили. Такой таз. Ну вот такой сегодня у нас замечательный день был. Вечер мы свой заканчиваем семейной игрой в лото.
все детки с карточками. Мы очень любим. Приходит бабушка с дедушкой, и мы играем в лото. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, дорогие друзья. До скорой встречи.